Итак, народ, всем привет. Это Passat B8, бензиновый, 1.5 TSI, 150 лошадей. Так, сразу включим S-ку. И сейчас я покажу приблизительно динамику с места разгона до 100. Ну, кстати, 150 сильный, несмотря на то, что он большой и тяжелый. Здесь небольших объемов мотор разгоняется очень и очень хорошо. Ну, ребят, до соточки, да? Вот с одной педальки. Сейчас 0 будет. Все, нажал газ пол. Здесь DQ200, сухая семерка. Ну, на мой взгляд, конечно, не 2 литра дизель, но едет машина очень и очень бодро. Все, ребят, всем пока. Что думаете про динамику, напишите.